Всем привет! Значит, это моя вторая попытка заказать что-то в интернете. На сей раз не на eBay, а на китайском AliExpress. Заказал я себе китайскую саперную лопату. Я тут предварительно ее, конечно, посмотрел, что там. Жбюру-то не буду включать. Просто покажу вам, как все это было упаковано. Значит, шла эта посылка одинаково. У меня был один заказ, значит, на eBay Сингапур, и вот это с AliExpress. За 22 дня шла лопатка. Пришли они одновременно у меня с часами. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас там внутри. Значит, вот она, знаменитая китайская лопата. Сейчас о ней поподробнее расскажу. Вот. Многие, я не знаю, видели, не видели в интернете видео про эту лопату. Я не буду сейчас рассказывать про нее. Просто скажу, что именно вот эта лопата, это оригинальная. Стоит она $86. Доставка бесплатная. Очень многофункциональная лопата. Очень удобная. У меня у знакомого такая была, я брал пользоваться. То есть и в машине она, и на природе, и на дачу можно прихватить с собой там для каких-то мелких. То есть ее даже можно назвать лопата выживания. В продолжении этого видео там увидите, я сразу же смонтирую, наверное, ролик китайский ролик этой лопаты рекламной. Посмотрите, что это. Лопата, сразу говорю, очень удобная. И предостерегаю сразу тех, кто решит ее заказать, на eBay есть эти же лопаты, но за там $40, $35. Это не оригинальная лопата. Я вас сразу предупреждаю, там будет полная херня. То есть качество лопаты будет вообще отвратительное. То есть металл будет другой. Ну и, соответственно, не стоит она этих денег. То есть оригинальные лопаты начинаются от $80. Там 83, 85, 86, 87, 89. Вот. Называется она, если я не ошибаюсь, VQ. Так, здесь, наверное, должно быть написано. Ну да, здесь ни слова по-русски. Здесь как бы краткая инструкция. Если закажете, посмотрите. Но сейчас будет все понятно в ролике про эту лопату. Вот. Значит, здесь ни слова по-русски. Да, вот настоящее название этой лопаты — VGQ-308. То есть эта лопата находится на вооружении в китайской армии. То есть сами китайцы эти лопаты используют на внутреннем рынке. Соответственно, используют в своей армии. Я думаю, что это мудрая нация, не так глупа, как говорится, чтобы снабжать свою армию некачественным товаром. Ну, а далее ролик о функционале этой лопаты. Всем спасибо, всего доброго.
Thank you.